Добрый день, меня зовут Роман Бевзенко. В этой лекции мы поговорим об особенностях режима поэтажной собственности. Поговорим о том, чем отличается жилое помещение и нежилое помещение, в чем отличие нежилого помещения в многоквартирном доме от нежилого помещения в нежилом здании. Поговорим о том, какая есть разница в отношении земельных участков в составе общего имущества многоквартирного жилого дома и нежилых зданий. Смотрите на видеоконсультанта.